Добрий вечір, шановні колеги. Продовжуємо післяматчеву прес-конференцію. Головний тренер команди «Динамо Київ» готовий відповісти на ваше запитання. Сергій Станіславович Ребров. Але спочатку ми вас попросимо дати прес-коментар зустрічі, а потім відповісти на запитання. Нічого, я думаю, заслужена победа. Создали моменти, забили. К сожалению, пропустили м'яч. Все страшно. Є над чим працювати. Прошу, колеги, ваші запитання. Будь ласка. Почему Биланда брал на себя? Да, Биланда супер игрок, он и брал на себя и отдавал. Я не думаю, что Биланда там терял меньше, чем кто бы то ни было. Я думаю, что Юнес сегодня выглядел достаточно хорошо. Молодые игроки, но вы сами видите, когда они выходят на замену или играют в составе, они 100% не портят. Они стараются, они работают, и я им за это благодарен. Прошу. Конечно, есть, почему нет. Это игрок высокого уровня, но тогда, когда он сам хочет играть, тогда, когда он хочет работать, та мотивация, которая у него была перед чемпионатом мира, я приводил это в пример, это действительно, он работал, он хотел там играть. Сейчас, к сожалению, она у него пропала, насколько я вижу. Но «Динамо Киев» будет играть сильнейший. Если на данный момент Рыбалка сильнее, он играет. Будет Мигель сильнее, будет он играть. Ну, пожалуйста. Молодец, у тебя всегда вопросы такие серьезные. Молодец. Да нет, я тогда точно не думал об этом. Но, наверное, на тот момент для меня гол тот был важнее. Четвертый. Конечно, хорошо, что Влад Лев забил, и ему действительно этот гол нужен. Наверное, для его уверенности. Всегда, когда он выходит на поле, он оживляет игру. Сегодня не исключение. Я уже сам не помню этот гол. Надеюсь, как можно быстрее. Сегодня он еще не чувствовал достаточно. Завтра начнет бегать нормально. Надеюсь, как можно быстрее он будет в строю. Еще запитания? Спасибо.